Звездные перспективы. В регионе старым технологиям машиностроения на смену готовят композиционные материалы, более прочные и надежные. Свойства этих материалов подгоняют под конкретные задачи той или иной техники, что, например, позволит повысить аэродинамические характеристики воздушного судна, при этом ощутимо снизив его массу. Это позволит повысить конкурентоспособность самарских авиастроителей и наладить межрегиональное сотрудничество. Ближайшие перспективы для Самары – работа с Ульяновским авиазаводом. Об этом было заявлено на совещании с участием представителей областного Минпрома, Аэрокосмического университета и руководителей крупнейших промышленных предприятий региона. Планы по внедрению нового материала в производство разрабатывают на базе СГАУ. Где еще можно применить композиты, ученые рассказали промышленникам. Те из них, которые решат пойти на внедрение новых технологий, получат финансовую поддержку. Это в первую очередь поддержка с федерального бюджета и в основной программе развития промышленности, там это все меры поддержки указаны. Это субсидирование процентных ставок, это и финансирование НИОКР, это возможное техпереоснащение тех предприятий, которые как бы в этом направлении работают. Сразу ничего не делается, но поэтапно шаги такие надо делать, мы должны создавать свою конкурентоспособную технику, поэтому без этого все равно мы не сможем. Есть задумки, есть наработки, есть перспективы, но это все должно быть подчинено какой-то задаче создания новой техники.